Я рад всех приветствовать в новом видео. И как вы поняли по названию, мы с вами находимся в Осетии на первом этапе Кубка СКФО Северо-Кавказского федерального округа. Этот кубок по трофи-спринту один из самых престижных не только, наверное, у нас по регионам близлежащим, но и по всей России. Потому что в этом чемпионате сходятся самые мощные, самые отважные участники, едут очень круто. Участие и финиш в этом этапе, в этом чемпионате, я, наверное, могу, не преувеличивая, и со мной многие согласятся, сказать, что престижнее даже, чем весь сезон ЮФО и Краснодарского края, потому что здесь подготовка трасс, подготовка автомобилей, она просто какая-то запредельная. Здесь Нива открыто выступают. Вот в том году на первом этапе, также в Осетии, около 25 автомобилей было. В этом году расширили регламент в категории спорт, разрешили в машины менять ДВС, то есть ставить неродные моторы, ставить неродные мосты. И поэтому категория спорт в этом году, ну, расширилась, много участников. Я уже показал несколько автомобилей, ждем еще. И очень хочется посмотреть на категорию спорт конкретно. Нива, конечно, стандарт, здесь тоже лютые. Гонка растянута, ну не растянута, а сделана, получается, двухдневная. То есть в субботу идут несколько категорий, допустим, точно не скажу, там стандарт, туризм и спорт. А в воскресенье там Нива открытая и экстрим сделана. Сделано, чтобы участники не суетились, не торопились, подготовить могли трассу, там организаторы, перетянуть ленточки, чтобы машины там без спешки выстроились и поехали. В общем, это будет определенно много материала. Видео, скорее всего, опять будет длинное. Ребята, извините, но я стараюсь для вас и хочу максимально полноценно показать эти видео, максимально показать эти моменты. Снимать сегодня буду, как правило, сам, но если кто-то поможет, то буду благодарен, конечно. А база на месте. Участники из категории стандарт и стандарт про в этом году в СКФО две категории. Готовки. Шевик, участник категории спорт, свежесобранная машина, вот так вот у нее вынесен на военных мостах. Все, сейчас все заснимем. Военные мосты. Сильвера 35-е, по-моему. Участники из КБР, знакомые Нивы, категория стандарт и Нива открытая. Раннее утро, еще не все поприезжали, категория Unlim, какие они все красивые и дорогие. Еще у вас пилот Raptor 05, Дагестан, по-моему, все дагестанские. Также, как зрители, приехали представители Целина 4х4, притянули вот такую Ниву. Мы ее видели в том году в Хасанье. И это та самая Нива, кто следит за трофи-спортом. Это Нива, которая принимала участие в Ладоге-трофи. И
Она заняла призовое место, могу ошибаться, по-моему, третье место. Но это все равно легендарная уже и машина, и участники. Такая вот защита у нее. Она идет в категорию спорт. Проходит. Она всегда в нее проходила. Вертикальная лебедка. Все, вся проводка наверху. Все очень аккуратно. Наружный каркас безопасности. Закрыто получается отсек багажника. Так нужно по регламенту, когда у тебя нет крышки. Бензобак закрытый, каркас внутри, усилено, хайджек, большой баллон ресивера, мост обычный, нивовский, обваренный, и машина на А-образнике. Все, пружины под углом. Очень у нее хорошие хода подвески, а амортизаторы, как видите, перенесены. Большой угол. Но ездит она очень плавно, у нее прям мост хорошо ходит. Посмотрим в гонке. Это, по-моему, Паджеро. Сзади независимая подвеска. Многорычажка. Тебе пробку надо? Голда. Парни. Утро последней гайки. Парни, как настрой? Что-то по настроению не очень. Генератор закрытого типа с водяным охлаждением. Это Паджеро, да. Не совсем было понятно. Колеса на 16 диске Сильвера. 35. И трасса просто. Вот вся поляна, это трасса. Будет заруба. Будет. Пускай пахан держится. Я за ним прям отдельно следить буду. Мне прям интересно. Саша, за него тоже приехал. Саша, давай прыгай, вот штурман. Ну ему еще сегодня потеть, поэтому он отдыхает пока. Во, видишь, все легенько. Итак, дорогой зритель, я поздравляю тебя с началом первого этапа СКФО. По трофи-спринту в Осетии. Категория стандарт. Абсолютно стандартные автомобили. Без доработки двигателей, подвески, мостов и так далее. Следующая будет категория стандарт Pro. Там будет намного злее. Там уже пойдут доработанные машины. Но, как видите, трасса очень насыщенная, рельефная, сухая и мокрая одновременно. То есть перегоны сухие, но есть ручьи, в которых прям лютый мочак. Такая прям реальная кроссовая, не знаю даже как назвать. Очень техничная. Даже Нива вот с первого раза не выкручивает в поворот. Зрителей очень много. Промежуток между стартами 1 минута. Едут они 45 минут по продолжительности. Попробую погулять по трассе, запечатлеть все моменты, но трасса очень длинная. Поворот, поворот, не туда. Вот и ошибки. Очень много ленточек. Пенализация стандарт-стандарт Pro. Одна ленточка, 1 минута. Без учета того, что ты ее поставишь на место. Третий стартует УАЗик. УАЗу, как мне кажется, на этом покрытии должно быть попроще, но по маневренности, наверное, будет немножко сложнее. То есть где-то плюсы, где-то минусы, а там, как знать.
Стандартно, парень очень позитивно настроен. На номерах надпись. Ай. Хороший был пластиковый бампер. Агрофитс. Не туда. Эльбрус, что это было? Следующий участник с приятным номером 020 на борту и 12-м номером именно сегодняшний этап. Хороший темп. Как прыгает. А серая Нива, которая стартовала первая, вон она еще едет по трассе, она даже еще круга не сделала. Прошло, получается, 5-я минута пошла, 6-я. А Нива еще на трассе, и это нету еще круга. А у них всего 45 минут, так что это нужно очень-очень сильно и тщательно следить за временем. Походу без гидроусилителя. Есть поворот. И, собственно, первый номер, который выехал на трассу. Бампер уже загнут, решетки уже нет. Начинает. Колесо травит. Слышно, как травит колесо. Это очень плохо. В дальнейшем. Начали прибавлять темп. Нива на карбюраторе без защиты спереди. И единственный участник на иномарке. Это будет интересно, за ним нужно смотреть. Он пока еще идет на заднем приводе. Отчаянный. Нет, передок подрубился. Жалко машину. Не, крутит передок. Видимо. Три литра, V6. Но нету длинных перегонов. Здесь мы видим первый обгон. УАЗик стартовал третий. Нива вторая, и УАЗик уже вырвался. Пока все едут. Ай, порвал ленточку, минус минута. Начинают жестить.
бампер потерял где-то. Для стандарта трасса даже очень легкая. Я думал, будет немножко жестче, но пока все машины едут без поломок. УАЗик может быстрее. Лужи становятся глубже, все больше их разбивают. Боком. Нива не сдается, продолжает навязывать борьбу, но пока это не очень сильно получается. Отыграл место у Паджеро, отыграл место у белой Нивы и вышел на третью позицию, зеленый. Отлично себя чувствует автомобиль.
никакой пощады для автомобилей. Так, и уходят на дальнюю быструю часть трассы, и сейчас будем ждать возвращения здесь. Итак, категория стандарт, честный стандарт, заканчивает свою гонку. Трасса легкая, без засадных мест, где нельзя там вообще проехать. Одна машина сошла, не смогла завестись. И две еще в гонке, но последний уже круг заезжают, и все нормально у них. И следующая категория стандарт про. Что интересного в этой категории, так это то, что там будут три УАЗика, три чемпионских УАЗика. То есть в тот или иной год когда-то пилот со штурманом были чемпионы Кубка СКФО. Поэтому стандарт Pro сейчас будет захватывающий. Смотрим. Стартовала категория стандарт Pro. Темп сразу заметно выше, пилоты заметно опытней, трасса такая же, как у стандарт. Этот автомобиль мы с вами видели и на кубке UFO, экипаж из КБР. Агрессивный вход в поворот. Погнали дальше. А знаете, что самое прекрасное? Это вот такой вид на горы. Это же Осетия, это же Северный Кавказ. Здесь такая красота. И третий участник. Это один из тех УАЗиков. Я их, честно, сильно не различаю. Но будем наблюдать за всеми. Наши подписчики. Вы из Осетии здесь местные? Кабардино-Балкарии.
За своих болеете. Я знаю. Так, еще один невасик. Мы эту машину видели с вами на февральских окнах в категории стандарт в ориентировании. Вот решила поучаствовать в спринте из Ставрополя автомобиль. Похоже на стандарт, ребята. Вот это уже нормальный темп. Уже видно, чувствуется зорко. Да, да, вот это уже гонка, а то так была репетиция. Вот местный гонщик на Ниве, бам, уперся в Ниву, сейчас его подтолкнут. Не захотел помогать. Очень бешеный, он только выехал сразу с УАЗиком, зарубился и обогнал его тут же. Сказали, очень мощный гонщик. Разулся! Правая передняя, по-моему, разул. Да. Или нет, или да. Не пойму. О, уже нету бампера. Ой, боком. Ошалеть. УАЗик уже подмяли. Это нормально. О! Это было хорошо. Ох, как он залетел. Нива обошла УАЗик. Жопа. Перед порвал. Ну,
вылетают передачи либо раздатка. Парни, что случилось? Что такое? Ива встала сзади. Ну это я видел. Радиатор. А, пробил. Бывает. Обидно. Местный Азмет Нива карачаевской породы. Ошалеть. Тоже 4 колеса отрыв, но, конечно, не так зрелищно. С кайфом! Лютый! Уазики аккуратничают, а Нивы нет. Ох, как...
на одних оборотах прям люто. УАЗики также в гонке, темп немного меньше, чем у Нивы, у Нив, потому что этих парней ничего удержать не может. Им не нужна вода в бачке омывателя, им не важно, работают у них щетки или нет, у них одна проблема, главное, чтобы она не заглохла, все. Круги осталось, по-моему, 2. Многие автомобили выбыли. Но сражение идет по-прежнему. Колесо разул. Переднее правое. Вылетела передача. Он просто едет с закрытыми глазами, ребята. Он просто едет с закрытыми глазами. Нет, нет, не дал обогнать. Жестко. Да, видите, вообще не поворачивает. Есть обгон. Ну а здесь, конечно, на диске очень-очень тяжело ехать. Если вертикально, то не надо. Мне фартануло. Ага. Уже побережем его. Ну и, конечно, все к этой Ниве летающей обступили со всех сторон. Это герой сегодняшнего дня по-любому. Короче, вроде Волга, но вроде не Волга, вроде Нива. Казалось бы, поломалась, но не поломалась. Как я сейчас сюда подлезу. Вот так вот. Вот такое мы тоже видели. А как вы ими поворачиваете? Вот в чем дело. Такое вы не видели. У вас два руля? Два руля. Серьезно? Да. Я в интернете показывал недавно. Вот так вот. Хоп, хоп. И самая настоящая Нива Краб. Ну, лебедку аккуратненько запрятали. Не каждый даже ее и увидит там. А это вот задница. Вот так вот. Вот, короче, 2,5 метра машина по кругу может развернуться. Как это? Радиус разворота, да?
Ну а так, конечно, выглядит симпатично. Завелся. Раптор догоняет. А? Вы со мной сегодня, да?
это точно уже машины на второй круг. О, хорош КБР. Мощный, мощный агрессивный. А база. Сегодня у него план ехать очень мощно. Очень быстро. Очень громкие братья Калоевы. Затроило. Нет, выгреб. Так, на диагоналку. Нет, не та передача. Морда не работает, правая передняя точно. То ли с блокировкой что-то, то ли граната. Ну, привод в смысле. Очень рискованно, но выехал. Уступил одно место. Шеви. Не заехал. Как будто спереди у него преднатяг, а не принудительное. Не пойму. Yeah.
всех подбитый правый угол по камням. Ахмат 6, название автомобиля. Хорошая артикуляция и поехал напрямики. Не видно, кардан там крутится, короче, пару порвал заднюю. Морда, редуктор. У Абазы проблема. Марат бы просто так не выходил. Видимо, на стартовой вот он колее препятствий. Сейчас посмотрим на подъеме. Хруста не слышу, все колеса, которые вижу, крутятся. Нет, правая передняя не крутится. Три колеса. Ограничители моста, получается, оборваны. А база поехала. Последние 10 минут гонки, даже меньше. А это, похоже, раздатка.
А, тоже сзади. Тоже машина на финиш. Так, ребят, вот такая вот Нива открытая. В принципе, в СКФО это прогнозируемая трасса, жесткая, каменная, местами сухая. Плюс вот эта стартовая колея. Смотрите, Шеви еще в гонке. Вот. Два раза обошел трассу. Наверное, что-то интересное не снял. У меня есть помощники, надеюсь, там хорошие кадры, потому что я старался показать максимально все. Пацаны еще гоняют. Еще осталось минут 5 максимум. Ну все, давайте, перерыв. И на сегодня последняя категория — спорт. Эти гонщики странные. Немножко рихтовки. Это чтобы обратный путь никого не убил. Кому-нибудь, чтобы... Да, чтобы не прилетело никому. Где помял? Я даже не видел. Вот, ну, вижу, ага. Я там пытался выскочить, угу. Парень. Я... Ну, там и я виноват. А и... вот это кого-то засадил? Там какая-то... Зад желтый у нее был. Зад желтый. Николу его, наверное, можно засадил. Нет, еще одна есть. Его я старался вообще не трогать, потому что у нас новая желтая. Вот, и нету переднего правого привода, и еще сказали, со второго круга нет раздатки. Нет раздатки. Вот, 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 просто корпус раздатки, все поломано. А база, оба уха оторваны раздаткой. Висит чисто на третьем и на карданах. А категория спорт у нас начинается вот с такой инсталляции. КамАЗ, вкопанный в землю, с вот такими тросами. Значит, категория спорт будет интересная. Нива Ахмат, Хантер 07, УАЗик Монобров, не знаю, как его назвать, Паджеро. Один Шевик, второй Шевик и УАЗик Раптор. Уф! Пошел спорт, два Шевика. О, да, вода! Ааа, красава! Там красавчик, давай ушел! Есть, на Альби пошел тянуться. Колеса вправо, вправо. Толик! Опять раздатку выбило. Заехал, молодец, опять раздатку не держит. Лебедку немного.
очень аккуратно и заезжает. Крутой, конечно, подъемчик. Только не трогайте ничего. Стена. Так, Сайдамин выехал, Ахмат Шевинива. Киборг 95.
Да давай, пускай идет. Это прям хорошо. Хорошо прошел. Справа намного глубже. Нашли траекторию и поехали по ней. Третий круг. Ну, все уже знают тут траекторию. Первый, кто поехал, поехал туда, и там прям на полметра глубже. Дождь начинается, я без дождевика. Надо идти к финишу. Вот он пошел плохо. Встал. Рулем, 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 помогай! Заводи. Попробуй завести.
Попробуй завести. Ну да, уже заведется. У Ахмата не работает перед. Очень грустно. Я не сказал, а то есть мосты не рвутся? Да. А? Ни разу мосты не рвутся. Ну, да ладно. Вон, тоже ж не работает. Сейчас сделаем момент. Патруль мосты сила уже скажет, да? Патруль тоже рвется. Все рвется, братан. И Дана рвется. Заработало тоже здесь. Получается, не мост у Ахмата, а тоже переднее левое. Оп, зацепилось. Там самовар включился. На трех колесах. Вот и Ахмат среди деревьев. Спокойно, в своем темпе поехал. Ну что, ребята, теперь я могу официально сказать, что категория спорт закончена. Как я вначале говорил, гонка у нас получается на 2 дня. Завтра воскресенье, туризм экстрим. Скорее всего, мы сейчас соберемся и поедем домой, потому что нам очень далеко ехать и смысла оставаться нет. Но это еще не точно. Сейчас общим собранием решим. В общем, скорее всего, это будет окончание видео. А если вдруг останемся, то такое будет еще по скриптум в виде туризма и экстрима. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, вы оценили нашу поездку в Осетию на Кубок СКФО. Это было круто и незабываемо. Ставьте лайки или дизлайки. Пишите комментарии, какая тачка понравилась. И следующее видео у нас получается из Осетии, но уже лесные покатухи с оффроуд РСО, с джиперами Осетии и тому подобных. Здесь всех клубов, и здесь очень много. Все, всем спасибо и до новых встреч.